было не очень, и это не главное его достоинство. Но у Михалика всего 3 шайбы и 13 передач. Другое дело, что, в общем, он вместе с Полом Мартином выполняет такой огромный фронт работы, непосредственно оборонительный, как защитник, что это совсем не главное. Еще один шанс упускает Питтсбург, казалось бы, но сегодня день Паскаля Дюпюи. Второй раз, как мне кажется, я наблюдаю вот такой вот матч. Что ли еще будет, когда Паскаль Дюпюи рвет и мечет? Как-то комментировал я, по-моему, он хип-трик исполнил. Надо бы перерыв посмотреть, когда это было. Скажите мне, что это нелогично. Исходя из количества моментов, которые создает Питтсбург у ворот Детройта. Детройт бросает часто, а реальные моменты создает Питтсбург и реализует. Третье очко в 3 заброшенных шайбах Паскаля Дюпюи. Сейчас посмотрю, вообще лучший ли это матч у него в нынешнем сезоне. Вполне возможно. Я даже почти наверняка.